aurait-il des ennuis à l'horizon ? Дамы и господа, позвольте всех вас поблагодарить. Сегодня мы празднуем очередной шаг на пути к свободе. Ура! Ура! Черт возьми, Трембле, что за чертовщина? Все в порядке. Стража! Ассасин! Toi, on peut dire que tu m'as coupé l'appétit. Garde, oh, j'espère qu'il n'est pas dangereux. Je vais mettre dans ta cellule. Et je peux être... Oh, ne m'en parlez pas. От него был. Он затаился где-то? О, черт! Es-tu en danger, citoyen? Тебя. О, дьявол, Андрей! Черт, что там? Беда. Патье, что тут произошло? Где он? О, мон дье! О, мёрт! Гарде! Ален! Гарде, donnez l'alerte! Il y a un corps sans vie ici! Ален, vite! Arrachez-le! Y aurait-il des ennuis à l'horizon ?
Venez m'espionner? Je le savais. Mais je réserve les petits de ma... En vérité, cela ne s'est pas fait. Nos pères ont eu des mots, ce qui n'est pas pour me déplaire. Eh bien, quelle étrange posture. Vous avez toujours préféré des genres plus piquants. Exactement. Oh, comme vous me connaissez bien. Ah, rien que cela, on en parle. C'est à votre père que je devrais parler. Vous êtes taquin. Et puis, vous savez que je suis promise au fils aîné du comte de Malaporte. Si vous êtes charmé. Je vois que vous n'avez rien perdu de cette lampe qui me fascinait déjà lorsque nous jouions enfants dans le domaine de vos parents. Il est bien loin, hélas, le temps de l'innocence et des jeux. Parce que nous ne sommes plus si innocents, ou parce qu'il ne vous plaît plus de jouer? Vous avez une bonne raison d'être là. Coup sûr, je prépare quelque chose. Je n'ose donner à vos paroles le sens qui siérait à mon cœur. Черт, опасался. Черт, что там? Как так вышло? Вот черт. Ты грязный предатель! Он узнал. Чёртов ассасин. Как так вышло? Рано. Так рано. Вот чёрт. Вот чёрт. Сен-Пьера положили. Что-то не так. Не попадитесь на уловку. Запомни эти слова, Мари. Да, мама. Франсуа Тома Жермен, вы изгнаны за преступление перед орденом тамплиеров. Любой, оказавший вам помощь, разделит вашу участь. Нет. Я слышу Демоле. Ты глупец, Делосар! Делосар! Госпожа, к вам пришли. Помоги мне, Мария. Вы правы. Король Людовик умудрился натворить глупостей. С одними строил заговор, направленный против революции, другим тогда же обещал поддержать Конституцию. Хорошо. Вы передадите информацию нужным людям, месье Велитье? Разумеется, магистр. С этими свидетельствами короля ничто не спасет. Атакуйте сзади! Тебя сошлют на карту, привозят краюшку хлеба.
Да тут все такие же преступники, как я. Какая теперь справедливость? Что это было? Да я бы тут все решетки переломал и пошел бы бороться за свою свободу. Любой бы из этих людей пошел бы. Только нам не суждено. Боюсь. О, Мишель, люблю тебя. Я тебя. Почему? Thank you.
À quoi peut bien rimer une telle posture? Благодарить. Сегодня мы празднуем очередной шаг на пути. Стража! Ассасин! Где же ты, негодяй? Прячешься по углам? Étrange. Je ferais mieux de passer mon chemin. Боже, да кто это? Чёртовы консервы! Un honnête homme ne se tiendra jamais de la sorte. Вот чёрт. Рано. Так рано. Чёртов ассасин. Как так вышло? Еще чуть-чуть. Как он уйдет?
сраженная. Paris compte assommer. Il a une blessure. Запомни эти слова, Мари. Да, мама. Франсуа Тома Жермен, вы изгнаны за преступление перед орденом тамплиеров. Любой, оказавший вам помощь, разделит вашу участь. Нет. Я слышу Демоле. Ты глупец, Долосар! Долосар! Госпожа, к вам пришли. Помоги мне, Мария. Вы правы. Король Людовик умудрился натворить глупостей. С одними строил заговор, направленный против революции, другим тогда же обещал поддержать Конституцию. Хорошо. Вы передадите информацию нужным людям, месье Левитье? Разумеется, магистр. С этими свидетельствами короля ничто не спасет. Я заставлю тебя платить налоги. Злитесь, право, не стоит. Я сижу. Que faut-il faire dans de telles circonstances?